базары чайные, опиумокурильни Баку, который в 1910-е годы снимала женщина. И Аганна Германович, которая как-то смогла забраться в ночлежный приют Бакинского благотворительного общества и даже здесь снять опиумокурильню, где у одного из курильщиков дырка на носке. То есть потрясающие, интересные моменты бакинской истории доносят до нас колорит эпохи, но не доводят до нас сведения о тех, чьими усилиями эти фотографии были созданы и стали частью нашей истории. Фотографии молчат о тех, кто стоит по ту сторону фотоаппарата. И в этом их подвижничество, и в этом их, я бы сказал, такой зачастую безымянный подвиг.